Операция 82 года, май, лазурит. Шахронов он жен перевал для лазуритовой шахты. Да. Ну я рассказывал уже, что с этим лазуритом делали, мы там все. Некуда было девать. Там моего подъезда сегодня нет, а то он предложил. Один был, выложить одну из новостроек московского метро лазуритом. Прям в ЦК написал записку. Николя, я тебя слышал, ладно. Значит, вы им отвечаете, бабушка и мама, за ребенка. Ряд много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазурита там навалом, а еще посмочи, нам их надо выбивать, посмочи афганов вашу мать. А еще посмочи, нам их надо выбивать, посмочи афганов вашу мать. Там душманский отряд под командой у Гулдода, а у них говорят, ДЖК и минометы, только нам парванист. Нам на это наплевать, ДШК афганов вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК афганов вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа, лезет прямо с борта подоконник пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать перевал твою афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать перевал твою афгана мать. Нас рассвет застает, запаленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, эх, лазурит твою афгана мать. На бронетранспонтере. Что снится? Ну ладно, это ж песня. Мне это, конечно, лучше, чем вот это вот лазуриты. Так что если лазуриты, ничего, так знаешь, не стучит так. Что снится нашим ворогам? Нам друг без всякой разницы, как за сандалим порохом. Так дым пойдет из задницы. Эй-эй-эй-эй, на бронетранспонтере. Эй-эй-эй-эй, на бронетранспонтере. Элементарная фигня, все их поползновения. У нас что люди, что броня, крепки до обалдения. Эй-эй-эй, на бронетранспортере. Эй-эй-эй, на бронетранспортере. На ихнюю истерику пойдем железным строем. Колумб подкрыл Америку, а мы ее закроем. Эй-эй-эй, на бронетранспонтере. Эй-эй-эй, на бронетранспонтере.
транспортере. Вдаль глядеть уверенно, и мы с тобою, брат, в гробу видали Рейгана III, и весь его сенат. На бронетранспортере, на бронетранспортере. Цирроз печени, профессиональные болезни, и мотор сдаем. Кто-то на стрелках, кто-то в иностранном легионе, кто-то где-то, кто-то сейчас, и кто-то есть в Донбассе. Их не надо, они сами, вольные, как ветер, что служащие сами знаем, за кого нам воевать и с кем, без приказа. Но это песенка о пяти каскадерах. Каскадерами называли нас, потому что такое секретное название. На самом деле каскад 1, 2, 3, 4 название оперативно-чекистской операции, если так говорить, в Афганистане. А группы назывались оперативно-боевые группы. Общая команда «Каскад» называлась. Было 4, я был последним. Вот каскадеры знали, я в Кабуле на Кандагар полетел вытаскивать туда. Меня наши-то выкинули 2 раза. Да хватит, летать с афганцами потом полетел туда. Наших не вытащили, советников убили. Потом, несмотря на грозный приказ Громова, и били труп отдать. Ну, не важно. А это от наших. Кто спился, кто чего. С каждым годом боевых друзей все меньше, все меньше. Поэтому живите, пожалуйста, дорогие. И не забудьте, что со смертью каждого хорошего друга умираешь ты сам. Потому что умирает история твоей жизни, какая ты, друзья. Поэтому живите долго, никого не бойтесь. Ни с кем не воюйте. И защищайте друг друга. Единственное, если вы покручем на помиле, но сверху камни сорвались, и их уже 4. Однажды 4 пошли в кишлак под Гюльханою, и власть народную спасли, но их осталось 3. 3 каскадера шли в песках, плелись едва и 2. 1 ловушку прозевал, и их осталось 2. Из кишлака услышав крик, решили поглядим, но там был снайпер, штурмовик, и их уже 1. 1 вернулся, и ему молиться бы судьбе, но стал не нужен никому, и главное, себе. За рюмкой коротая дни, он сжег себя дотла, и снова встретились они, такие вот дела. Человек. Значит, вот я уже говорил про наш родной легендарный 160-й полк. Те в горы, ну вокруг горы куда? Они лазили без конца в горы, воевали честно, потери большие, несмотря. Мало об этом писали, считали, что там рай под Оксаной, забытым богом земли, не рай. Страшный, как от колонны, потери большие. Так что 15 человек написано тогда, первая часть написана. Именно в Афганистане. В конце первого года пребывания. Не записано, правда, было, но не важно. Пятнадцать человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь.
звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда ж еще короче. Нам топать предстоит почти что в Пакистан. И выйдя на рубеж, к исходу этой ночи с налету захватить с оружием караван. Поклялся комполка, что будут нам награды. И тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал, вы справитесь, ребята, но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы, полночи впозади, и главное успеть. А где-то там вдали, за дальним перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. И они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Может и правда, я пропадаю. Мне женщину надо, я это знаю. Чтобы любила, чтобы страдала, со мной говорила, со мною играла. Станет теплее, забыться поможет, но ноги согреть и животное может. Меньше расходов, душой я бродяга. Зачем же мне женщина? Лучше собака. Собака вернее. Собака не бросит, она неподкупна и денег не просит. На зов подзовет, отзовется и стон твой услышит. Врагов не подпустит и раны залижет. А может мне женщину просто для смеха? Ведь глупой собакой какая ж утеха. Поесть не подаст и постель не постелит. Беду или радость с тобой не разделит. Но в то же время женщины проще в трамвай пропускают. Намордник не нужен, гулять разрешает. И многое может своими руками. И пахнет не псиной, а гной и духами. Обнимет, заплачет, прижмет, захохочет. Ресницами длинными нос пощекочет. Все, что я наболтал вам, друзья, это враги. Ну, конечно же, женщин лучше собой. Страна, там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавые, пугливые, как стрижи, но в глаза глядят лука через сетку поражи. То оазисы, то горы, то пустыня, Регистан, мчатся бронетранспортеры из Кабула в Чахчаран. Там одна сплошная суша, не бывает жарче суши, но с вершины гиндукуши видит только гиндукуши. Там народ неторопливый, почитающий Коран, где написано красиво о проделках мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашиш предприимчивый бачам. Там поклонники Хаяма, знатоки Фердоуси, но о тонкостях ислама спорить, Боже, упаси. Вам раз вас разбудит на рассвете вопиющий с неба глаз, то молла зовет к мечети делать утренний намаз. Там экзотики навалом, экзотичней не найти. Там стреляют из дувала вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Это первое впечатление. В апреле я прибыл, и уже к ноябрю появились, к октябрю появились первые впечатления. Что, как мог, так и... запечатлел на бумаге. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг, то дувал, то забор.
За заборами ханум и духтар, кто не понимает, мужчина и женщина. А над трубами солярный югар, за заборами ханум и духтар. А над крышами солярный югар, и шапки орут с утра до темна. Им с мечети подбывает мула, и слоняются весь день рафики. От базара и до Кокчерики, и слоняются весь день рафики. От базара и до Кокчерики. А это что за чучело в паранже? Двух волнов гоняет вдоль по меже. Это женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А это женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А у дуканчиков басмачиц здесь не ведает тревог и забот. В чайханечии гоняет народ, обсуждает целый день, что почем. А душманы вроде им нипочем. Потому что они душманы. Обсуждают целый день, что почем. А душманы вроде им нипочем. А у дуканщика басмачистский вид, ободрать тебя любой норови. Отдать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Автоматы заржавели давно, про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. Но слава богу, БТР на ходу один из трех. До Майдана как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, ребята свои, не дадут загнуться мне. И всем нам от тоски литра три сольют этого шива. Где были до жары, за хребтом Гендукуша, за каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра, за хребтом Гендукуша, над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут. До походы, до пули, до кровь. Это было, все было. Обелиски, могилы, придай же нам силы, земная любовь. Это было, все было. Обелиски, могилы, придай же нам силы, земная. Ночами к нам однополчане приходят во снах. Загорелые лица, синева на петлицах, и пыль на ресницах, и соль на губах. Загорелые лица, синева на петлицах, и пыль на ресницах и соль на губах. И память, как рана, открытая рана, нам Афганистана забыть не дает. За хребтом Гендукуша, над каменной сушью, послушай, послушай, как ветер
поет за хребтом Гендугуша над каменной сушью. Послушай, послушай, как ветер поет. Не
надо сейчас. Судьба неподкупный чиновник, быть может, падут предначертанный час. Корнет и полковник, нынче вальс при свечах, вальс при свечах, музыка и ночь согрета, теплые блики на женских плечах, на арбалета. Пусть завтра война, пусть завтра в поход, сегодня об этом ни слова. Как знать наперед, где пуля найдет того и другого? Танцуйте, полковник, танцуйте, корнет, влюбляйтесь, как будто впервые. Все войны не в счет, а смерть подождет, пока мы живые. Все войны не в счет, а смерть подождет, пока мы живые. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой ночь согрета, теплые блики на женских плечах, на арбалетах. Теплые блики на женских плечах, на арбалетах. Война продолжается. Неудачи на Западном фронте, отходы, окружения для наших. Песни с того времени, той же самой войны, по сути, она была Вторая мировая, если учесть, что 812 год похода Наполеона и вся Европа под ним, и была под ним полумерок, пока он до России не добрался. Это тоже было. Мы опять воевали со всем миром. Я когда с соседом с вами спорил, нет, вот французы с нами не воевали. Ну как? Офицер груз, Саша, ты что, не знаешь? Когда Берлин уже был взят, уже переговоры, целый батальон Waffen-SS, это были именно французы, намновнейшие, я к тиграх там эти пытались освободить, куда-то прорваться. Waffen-SS, Франц с нами воевал, тоже была республика Сало. Это Деголь сидел там на островах, а здесь маки что-то бегали, а воевали с Россией все. Женщина, с которой он, как лейтенант Шмидт, он встречался несколько раз, в общем-то, на балах присутствия, объясниться не смог, ушел на войну. Он просто ее любит. Я пишу к вам. Имели право после наших случайных встреч за спиной дымить переправы, что пришлось при отходе поджечь. И до писем ли в свой круговерти сумасшедшей всемирной войны, может быть, за минуту до смерти вот у этой сгоревшей сосны. Может быть, за минуту до смерти вот у этой горячей сосны. О войне ни конца и ни края, и Всевышнему душу вручив, я четвертую лошадь меняю, удивляюсь, что сам еще жив. Но если в бою арьергардном я паду в предначертанный час, то погоны святым к сельбантам ординарец мой вам передаст. И тогда не платите слезами за нежданную горькую весть. Просто знайте, что в небе над вами вам знакомая звездочка есть. Ах, какая тяжелая плата с нас берется великой войной, и пылает пожар Герострата год 14-40. Ах, какая тяжелая плата с нас берется великой войной, и пылает пожар Герострата год 14-40. Это начало исхода. Это уже 18-19 год. Если внимательно почитать историю, вообще задача, откуда мы и родом, как часть того, что случилось с Россией после 17-го года, мы вдруг обнаружим, к великому собственному удивлению, даже, что потеряли мы больше, чем приобрели. То есть ничего мы там не приобрели, большинство народов. Но вот это исход. Это еще нет ни ледового похода, только он был, вернее, вот тот недавно. Это еще нет Перемышль, не взяли, и Перекоп не взяли, еще не уходят из Новороссийска корабли в Турцию, в Грецию, в Болгарию, и не уводят от них остатки Белой войны. Погода сегодня
встал на привал, остатки кавалерии скупил. Значит, роты и эскадроны. И размышления. По поражению неминуемое нельзя воевать бесконечно собственным народом. Чего? Вы прекрасно понимали, белые офицеры. Вот и такие размышления. Погода сегодня не к черту. Для злых и усталых мужчин набить бы кому-нибудь морду. Да нет подходящих причин. А небо то дождь проливает, то снегом швыряет в лицо. Но так, господа, и бывает, наверное, перед концом. А в памяти спутались горько шрапнели в милицейских полях, больничные серые койки и дом с мезонином в филях, и парк, где влюбленные пары скрывались в тенях тополей, где часто с вином и гитарой гуляла собрание друзей. Какие мы были задиры, как смелые мы были в речах, как ловко сидели мундиры на узких мальчишьих плечах. А нынче мы дьяволы, боги, не дрогнет сражений рука, клинок загоняя по стоке, ворущее тело врага. Простите мое многословие, не ведали мы наперед, что будет еще при Азове и страшный ледовый поход. Не все одолеют дорогу, не всем улыбнется судьба, не все упокоятся с Богом на Сен-Женевьер-де-Бо. А нынче погода не к черту, холодный туман от реки, лишь теплая конская морда касается мокрой щеки. Лишь теплая конская морда касается теплой мокрой щеки. Не слышно, не весом кружится снег над крышей, затянул в облака полночный небосвод, звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году, дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка, да новые друзья, да старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска, и новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска. Гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь вальс над древними горами, не ведая войны, не ведая границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нету в звуках фальши, кончающийся год не зарастет пыль.
пьем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите ж хоть слово, сам не знаю о чем. Не слышал невесомо, кружится снег над крышей, затянут в облака афганский небосвод. Звучит звучный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит ночь. Хорошо, сам нравится, да, мы со школы. День и ночь мы идем по Африке. День и ночь, все по той же Африке. И только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне, солдату друг. День и ночь, без привалов и воды. День и ночь, отовсюду жди беды. Только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне, солдату друг мой. Меня домой можешь ты уже не ждать. Я здесь успел забыть, как зовут родную мать. Только смерть, смерть из-за каждого угла. Мы в нее верим теперь, как в Бога. Счет, счет полем вражеским веди. Кто может знать, что там ждет нас впереди? Только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне, солдату друг мой. Я был в аду, я провел там много дней. Верь мне, там нет ни жаровин, ни чертей. Там одна лишь пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне, солдату друг мой. День и ночь мы идем по Африке. День и ночь все по той же Африке. И только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне, солдату нет. Она недавно давно, я ей пел. И мне кажется, Ром, когда я пою, что я не стал ничего переделать, так что понятно. Он воевал в Индокитае, воевал в Афганистане, воевал в Африке простым солдатом. И поэтому меняй на Афганистан, на те же самые пески, на ту же пустыню, получишь то же самое. А слова и смысл один тоже, правильно же? И это тоже, это правда подражание Киплинга, говорит, вольный перевод Киплинга. Он тоже старая песня. Записал эту песню в Афганистане, потом много раз слышал ее. Да, она не правда, она вообще. Перед тобой дорога, желания сожжены. Нет у меня ни Бога, ни черта, ни жены. Чужим остался Запад, Восток, не мой Восток. За спиною запах пылающих мостов. Чужим остался Запад, Восток, не мой Восток. А за спиною запах пылающих мостов. Сегодня вижу завтра иначе, чем вчера. Победа как расплата зависит от утра. 13-м солдатом умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что воевать. 13-м солдатом умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесят эполеты, оставшимся страна. И к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И миражом в пустыне, сраженный наповал, иду
как по трясине, по чьим-то головам. Иду, как старый мальчик, куда глаза глядят. Я вовсе не обманщик, я Киплинга солдат. Иду, как старый мальчик, куда глаза глядят. Я вовсе не обманщик, я Киплинга солдат. Такой ноте на 27 декабря. Вот кто помнит, кто пьет, никто не пьет. Вспомните 27 декабря. Все-таки 35 лет как началось. А чем оно кончилось, не важно, чем мы за него заплатили. Друзьями, здоровьем, Советским Союзом, России. Не по нашим делам. И поэтому помяните, а я сейчас пою. Тогда начался в 4 часа утра. Начался штурм Кабула взрывом зла связи. Боря Пришкунов командовал. 2 года, как нет живых, Боря Пришкунов. Умер. Ноги помирали. Петя Нищев. Как учил нас полковник Нищев, как советовал Быстряков. Дядя Федя Быстряков умер. Все преподаватели КОС почти на бок уже. Все, которые были первыми, многие. Но не важно, вспомните и все. Наверняка у кого-то есть родственники, если вы сегодня сюда пришли, значит, не 80% населения, которое наплевать на все, что где не происходило, где что горит, туда что погибает. Значит, чего-то где-то когда-то война зацепила и вас. Значит, память у нас общая. Вспомните, а я сейчас пою помощник. Я поднимаю тост до друга старого, которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Последние патроны, сигареты ли, мы поровну делили пополам. Одною плащ-палаткою согретые мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы ни забросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. На старой фотографии любительской, еще после атаки не остыв, стоим мы, 2 десантника из Витебска, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. А в день последний верили с Алешей, тот день пришел, и я праздную один. За окном ночная тьма колышется, гляжу на фотографию, курю. И мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив он, выпил бы за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив он, выпил бы за меня. Встреча там запланирована на 21 февраля.
На 3 часа. Тоже суббота, тоже как сейчас. Я вам желаю.